мощнейший. Я не знаю, слышно, нет? Да, к сожалению, при производстве строительно-монтажных работ, возможно, ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа. Сейчас аварийные службы выполняют все первоочередные необходимые мероприятия, потому что сразу же в моменте невозможно подойти к месту происшествия. И в ближайшее время, мы, естественно, наши оперативные службы разберутся в деталях и будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы прежде всего устранить неполадки, значит, выполнить все необходимые работы, чтобы газопровод работал в штатном режиме.